Или посерьезнее? Это проще. Так нормально? Нет. А как проще? Нет, серьезнее. Так, всем привет. Ну что, идет сейчас челлендж в интернете по сборке кибертрака Илона Маска. Мы смотрели в интернете, нашли только троих человек. Первое – это Вилсан, это который будет за год строить, и там бюджет будут миллионы на этот кибертрак. Второе – это Гараж 54, где на базе, вот, на базе УАЗа. И третье – это Пушка-Гараж, которые построили бюджет, был 80 тысяч, построили на базе девятки кибертрак, и который уже по Московской области уже катался. По-моему, он продается в интернете за 666 тысяч, уже выставлен. Так, мы построим самый-самый бюджетный кибертрак вот из вот таких вот коробок. Вот, из таких вот коробок. Это будет самый бюджетный кибертрак. Нам понадобятся коробки. Нам понадобится... Сейчас, подожди. Нам понадобится вот такой скотч. Белого у нас, к сожалению, нету. Есть только красный. К счастью или к сожалению, не знаю. Так, у нас его много. Кибертрак нам хватит. Так, из денег бюджет какой у нас будет? Это вот 500 российских рублей. Да. На что мы купим? И два баллончика краски. Самый дешевый. Это серый. И... Какой еще? И черный, да, наверное? Все. Так, ну что? Поехали! Нормально? Еще раз повтори. Давай. Поехали! Ну, вырубай. Поехали! Моя команда. Некоторые вот собирают там электрика, должен быть свой человек, механик должен быть свой человек, организатор свой человек, младший механик. Вот. И, естественно, механик сейчас на камере. Вот. Ну все, вот теперь поехали. Сидите вы на полу, заберите вот эту тряпку и на тряпку вот эту сядь. Поровняй там, ну слизь. Поровняй там. Ну вот все, садитесь сюда. Thank you.
Ничего себе, какой кибертрак. Только колеса осталось. А где колеса? А я в машине. И я в машине. И привет. И ты в машине. Смотри, какой театр страшный. Теперь делаем вторую такую часть. Watered down home feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. Fuck you like a shark. Так. Пена у меня была. Пену я не покупал. Запенил. Данный экземпляр – это макет. Я из пены. Даже вот оставалось там чуть-чуть, уже воздух выходил последний. Вот еще такие буковки Т. Сделок вот так вот. И, естественно, с этой стороны. Дешевый. Он вот какой огромный. Так. Гипертрак. Пена подсохнет. Да. И завтра я его покрашу. Ну, назад его тащи. На себя.
Да, тут бы еще сделать, чтобы колеса крутились. Ну что, похоже на кибертрак? Да. Да, вот взять бы вот эти шаблоны назад. Ну куда ты на меня давишь? Взять бы вот эти бумажные шаблоны и из него бы собрать из фанеры, да плюс дополнительно к нему мотор, можно было садиться и ехать. Да. Вот. Но это надо бюджет намного больше. Чем 500 рублей. Хорошо. И чтобы сзади вот можно было такой кузовочек сделать, да. Как вот настоящий, чтобы открывалось. И еще двери. И двери. Не, двери, я говорю, сверху можно вырезать. Или двери сделать. Да. Но тогда надо его повыше, если двери. Просто настоящий. О, там все рисунки мои. Все рисунки мои. Не, я тебя зафоткал, Вероня. Сейчас. По кругу. Так, обойду. Сейчас домой зайдем, надо будет ему еще стопы приклеить. Вот она, знаменитая буковка Т. Из пены сделаны. Так. На улице холодно, мороз, конечно, краска отвратительно легла, ну, уже что есть. Вот, одна черная, матовая. И вот две вот таких вот серебристых. Единственная моя ошибка, я взял светло-серое, а надо было взять просто серое. Не перекрыло скотч. Вот. Ну все, сейчас подсохнет и забираем ее домой, а то уже здесь холодно очень. Пару слов? Ну получилось классно.